Привет. Зашла сказать вам привет. И пойду. Ненадолго зашла, буквально на 5 минуточек. Привет. Всем привет. Очень жарко. Прям. Наконец-то. В Минске жара. Душа моя. О, боже мой. Какие нежности. Что за машина? Моя старая машина, мой старожил, на которой я езжу уже последние 2 года. Я еще пока с ней неразлучна. Об отдыхе еще рано говорить. Много работы. Так, градусов сколько? Не знаю, по ощущениям, мне кажется, градусов 20. Очень жарко. Я вот в кожаной курточке, но мне жарковато. Не в курсе о войне, если честно. И не хотелось бы разговаривать о таких вещах. Виктория что прикупила? Нет, это я вожу с собой свой саквояж. Все необходимые вещи, потому что сегодня у меня очередная съемочка. А я из дома вышла в 7 утра. И все необходимое вожу с собой, что мне потребуется в течение дня. Реснички у меня нарощены уже очень долго. Спасибо. Очень жарко. Кошмар. Красилась сама. Иди работай, скоро пойду. Я ненадолго. Не буду вас утомлять своим присутствием. Новый автомобиль. Я еще на старом, как видите. Жарко. Поправляю. Боже мой. Вопросы, вопросы. Да, мне очень жарко, если честно. Где ты? Как видите, я в машине. Нет, такого не бывает. Наверное, пойду. А то сидеть в машине дико жарко. Уже открыла даже дверь. Все равно мне жарко. Губы я не увеличила. У меня свои губы. Уже устала об этом говорить. У меня лицо абсолютно натуральное. Ничего никогда не делала, не колола. За исключением плазмолифтинга, но это не считается, так как это натуральная процедура, я не вру. Для тех, кто особо не верит, я сказала, мне без проблем. Да, губы свои. Для тех, кто тут утверждает, что нет, нет, ты врешь, пожалуйста, в любой день, идем к вашему мастеру, и наспро я доказываю, что никаких инъекций у меня в губах нет. Просто на любую сумму, ради того, чтобы вот исключить подобное обвинение в клевете, якобы, я готова доказать на деле, описать здесь пустые выражения, кидать в мою сторону не стоит. Я готова, да, на любую сумму, которую вы сможете осилить, готова поспорить к любому вашему мастеру, независимому эксперту, пожалуйста. Я приглашаю, поэтому без проблем, я готова доказать. Так, просто вы уже достали мне писать, поэтому вы, когда прекратите мне писать подобную чушь, я прекращу вот ставить такие, можно сказать, ультиматумы. А я буду блокировать за подобные сообщения. Я не нервничаю, просто мне, наверное, уже пора. Я люблю смотреть по сторонам, есть у меня такая привычка. Тени Ланком. Да, до свидания, Юля. Привет. Так. Ух, как жарко. Жарко. Хотели жару? Получайте. Муа. Я не обращаю внимания, просто я реально готова доказать на деле. А люди готовы только чесать языком, не подкрепляя этим это никакими действиями. Я готова доказать, пожалуйста, в любой день найду время для вас.
Так. Сколько нас человек? Хотели жару, получайте. Спасибо большое. Дни проходят активно. Вечно в бегах. Школа, работа. Встречи. Иду на съемочку. Да, трёпа пустого очень много вокруг. Очень жаль. Ну, видимо, людям очень грустно живется. Я готова немножко раз это внести веселье в их жизнь еще больше. Английский на среднем уровне, разговорный. Не могу сказать, что супер хорошо, но я работаю над этим. 2 раза в неделю у меня курсы. Сегодня с утра уже была на занятиях. Поэтому I improve my English. Спасибо. Краска для волос Кионе. Темно-синий, мой один из моих любимых цветов. Спасибо. Спасибо. Любимый фотограф в Минске. Команда S-Photo. Антон и Сережа. 2 парня работают в тандеме. Они, конечно, творят сумасшедшие крутые вещи, не характерные для Беларуси. День рождения сына, конечно, отмечаем каждый год. А куда пойдешь? Съемка на Белмус ТВ у меня сегодня. Некогда, некогда, вообще некогда, жить некогда. Перископ, я опаздываю, но все-таки задерживаюсь из-за перископа. Lips look so delicious. Nice. Все в ваших руках, найти такую же жену. Удачи вам. Мезотерапия помогла однозначно, хотя я, кроме нее, тоже предпринимала меры многие для восстановления волос, но инъекции, я думаю, очень мне помогли, потому что мне очень испортили волосы в свое время, но я взялась за них и все-таки кое-как восстановила. Заходи почаще. Ой, не знаю, сейчас весна, весна, дома. Дома не хочется сидеть, дела. Наконец-то можно гулять на улице. Номер краски не знаю. Куда-нибудь планируешь лететь в ближайшие месяцы? Пока не могу сказать. Кстати, такой же уверенный в себе. Не знаю. Я не могу сказать, что я до конца уверена в себе. Я вообще сама по себе всегда была очень стеснительным человеком, поэтому я сама над собой постоянно работаю. Спасибо. Что находится вокруг меня? Парковка, жилые дома. Ничего интересного. Нет никакой красивой береговой линии. Честно, ну, я не думаю, что этот вид вас впечатлит, вдохновит. Деньги, да нет, я бы не сказала, что деньги дают уверенность себе. Дают уверенность себе люди правильные рядом, которые могут вас поддерживать, вдохновлять, стимулировать, которые всегда скажут: ты сможешь, ты молодец, ты самый лучший. Мне кажется, именно общество больше влияет на уверенность в себе, правильное. А деньги, деньги, да, деньги решают многое, но на отношение к себе они точно никак не влияют. Спасибо. Энергетика и уверенность — это разные вещи. Я знаю, что энергетика у меня достаточно такая
активно, я бы сказала. Все говорят, когда я вхожу в помещение, резко меняется аура, что-то такое происходит. А уверенность, мне надо над этим работать постоянно. Потому что бывают моменты упадка сил, упадка той же самой уверенности в себе. Так, давайте, наверное, уже попозже поговорим, а то я совсем задержусь. Спасибо за общение, за комплименты. Я уже спарилась. Пойду. Все, всех целую. Хорошего дня.